Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня поиграем в игру, которая называется 2112. То есть это у нас Tower Defense. Так, учебный лагерь, управление боем. Но я думаю, что управление боем... Добро пожаловать, командир. Поздравляю с недавним повышением по службе. Похоже, вы впервые оказались в меню управления боем, так что давайте познакомимся с ним. Чтобы максимально повысить вашу эффективность во время боевых миссий, вам нужно будет использовать весь доступный интеллект и ресурсы, найденные здесь. Сначала посмотрим на очко исследования. Угу. Так. Наши ученые постоянно исследуют новые технологии, которые повысят боевую эффективность. Меню исследования можно использовать для разблокировки обновлений и оружия в зависимости от того, что вы считаете наиболее приоритетным. Исследование новых технологий будет стоить технических очков. Они будут выдаваться вам по мере повышения вашего уровня опыта после участия в доступных миссиях. В настоящее время у вас есть 5 доступных технических очков. Давайте воспользуемся ими, чтобы разблокировать воздушный удар. Воздушный удар. Так, обновить. Отлично. Теперь вы можете наносить воздушные удары во время миссий. Доступно еще много обновлений и открытий, поэтому обязательно возвращайтесь, когда заработаете больше технических очков. Теперь откроем тактическую базу данных. Ох, ё-моё. Тактическая база данных необходима, если вы хотите стать профессионалом на поле боя. Она предоставляет подробную информацию о вашем вооружении и противниках. Каждый раз, когда вы открываете новое оружие или встречаетесь с новым типом врагов, он будет разблокирован в тактической базе данных. Теперь посмотрим на экран выбора миссий. Доступные вам миссии перечислены справа. Выберите аванпост обсерватории Плутона и откройте окно брифинга. Угу. Брифинг. Подробную информацию о карте и миссии можно найти здесь. У каждой миссии есть 4 варианта сложности на выбор. Обратите внимание на кошмарный режим и режим выживания в настоящее время недоступны. Чтобы разблокировать их, вы должны сначала пройти кампанию на обычном или сложном уровне. Когда будете готовы, нажмите кнопку запуска, чтобы начать миссию. Увидимся на поле боя, командир. Так, ну что у нас? Вторжение авианосца, да? Застава обсерватории Плутона. Так, местоположение Плутон, расстояние от Солнца, так. Температура, ё-моё, ямонал такая, минус 223 градуса Цельсия. К сожалению, ситуация на Плутоне, мягко говоря, мрачная. Энергия, кажется, все еще в сети, и структуры кажутся в основном неповрежденными. Но мы не можем обнаружить ни одной формы жизни где-либо на поверхности. Вы немедленно уйдете, чтобы выяснить степень повреждений и местонахождение жителей. Установите защитный периметр, как только приземлитесь на случай враждебных угроз. Ну давай, наверное, давай сложный. Посмотрим, нажмите здесь, чтобы начать. Добро пожаловать на Плутон, командир. Хотите начать с основного учебника? Рекомендую для неопытных игроков. Да я думаю, что я пропущу это. Так, используйте оставшиеся кредиты, чтобы укрепить вашу защиту. Чтобы построить турель, выберите одну из выделенных платформ. Когда будете готовы, выберите один из значков запуска волны. Удачи, командир. Так, ну что у нас тут? Пулеметная турель. Я поставлю, пожалуй. Зря я поставил сюда эту турель, потому что у нас уже есть, друзья мои. А передвигать как? Ага, вот так вот. Обновление тактической базы данных. Блин, у огнемета маленький, видишь, радиус. Ну, все, мне не хватает. Ну что, запускаем? Где у нас тут запуск? Это что за микроны бегут тут? Кто это такие? Какие-то мелкие жучки. Ох, йоу, нифига себе мелкие жучки. А там-то непонятно. Так. Ты серьезно?
А, тут я уж подумал. Ребята, я не погорячился ли? Ангар-атак. Так понятно, что ангар-атак, потому что я неправильно сделал. Тут, ё-моё, что-то их тут дофига. Так, ну эти сосунки. Так, жарим, жарим, жарим. Блин. А я их могу повышать? Могу. 145, а у меня сколько? 33, мало денег. Ага. Так, ребят, надо что-то, что-то срочно надо делать. Блин, с деньгами вообще проблема. Так, крепостная стена. Отличный способ остановить вражеские наземные, так, подразделения прямо на их пути. Попробуй активировать прямо сейчас. О! Надо же, тут что есть? Стена еще. Сколько огнемет стоит? 130, чтобы улучшить. Похоже, у вас есть резервы, командир. Меню способностей поддержки расположено в нижнем левом углу экрана. Так, каждое требуется время для зарядки, поэтому постарайтесь использовать их стратегически. Сейчас самое время нанести воздушный удар, чтобы уничтожить врагов, атакующих крепостную стену. Похоже, вы готовы нанести воздушный удар. Однократное нажатие в любом месте выделенной области вызовет воздушный удар. Устройтесь поудобнее и посмотрите на фейерверк. Ну, блин, я вообще-то не это хотел. Молодцы. Что опять? Приближается несколько могущественных врагов. Сейчас самое время построить артиллерийскую турель или плазменную турель. Они наиболее эффективны при поражении тяжело бронированных целей. Так, плазменная турель, да? А урон, у этой урон будет... Ну, она очень медленная, но урон будет офигенный. Так, вот они, бомбят базу мою, да, потихонечку. Командир, каждая башня предназначена для уничтожения различных типов брони. Чтобы лучше оптимизировать наносимый урон, вы можете указать ей... Направлять огонь на врагов с низким или высоким уровнем здоровья. Ага. А в качестве альтернативы вы можете оставить интеллектуальное прицеливание, которое оставит принятие решением турелей. Изменение режима искусственного интеллекта прицеливания может значительно повысить эффективность турели в зависимости от ее типа и местоположения на карте. Окей, допустим. Монстры, так, волны монстров могут быть запущены раньше, что принесет вам дополнительные кредиты и очки опыта. Это я понял. Воу. Это что там за духи еще летят? Она 115 стоит, здесь сотка, мало, мало денег. Давай стену. А, она не накопилась. И это не накопилось, трындец. Ну ты серьезно? Так, ладно. Фига там какой-то, я не пойму, даже дух, не дух. А это просто сжигает врагов. На изи. Нормально. Мне нравится вот эта штука. Блин, там-то еще за каракатицы ползут. Оу, у нас уже хватает денег. Подожди, сколько вот этого? 115, давай подкопим еще чуть-чуть. Блин, уже атакуют базу мою. Блин, 82%, ребят. Что такое опять? Все ваши башни можно модернизировать, чтобы повысить их боевую эффективность. Теперь у вас достаточно кредитов, попробуйте улучшить одну из башен. На самом деле я хотел, блин, деньги вот сюда вот спустить.
Посмотрим, что это за еще одна башня. Опа, смотри, какая пуха. Артиллерийская турель. А почему она не стреляет? Бомбит. Но очень-очень-очень-очень медленно, ребят. Надо стенку, наверное, поднимать. Блин, 82%. Да, блин, пока ты ее модернизируешь. Вот. 68%, ребята, у меня уже. Так, убито 100 зомби. А, это зомби, оказывается. Фу. Да хорош. Да. Трэш, 49%, ребята. Ох, ё-моё, ты посмотри. Ты посмотри, какие чудики идут, блин. Ё-пр-сэ-тэ. Они же сейчас порвут мне базу. Просто его уничтожат. Сорок два процента. Ну, не дайте этому гаденышу. Красиво. Миссия выполнена. Так, друзья мои, отлично. Отлично. Так, выбор миссии. Что у нас тут? Так, у нас есть... так, 5 очков. Так, модернизация командного центра. А это что у нас такое? Модернизированная форсунка позволяет выбрасывать топливо со звуковой скоростью. О! Давай, наверное, командный центр будет... Ага, давай сделаем так. У нас теперь на командном центре будет турель стоять. Так, разблокируй тактический дрон. А, нужно... Понял я. Так, ну что, друзья, давайте следующую тогда миссию. А что он моргает-то? Он хочет сказать, что я что-то могу выучить? Мне же больше ни на что не хватит. А, вот. Так, большая бомба, большой бум. Слабый, суровый, усиленный. То есть обновить вот так вот, да, можно? Демон. Вот так вот. Хорошо. Фига тут монстры. Такие скорпионы. Качок. Заключительный этап воздействия демонов на человека. Он намного больше и прочнее своего предшественника. Вот эти же шли ко мне, да? Ага, тут еще у нас достижения. Так, ну что, у нас следующая тюрьма Нептуна. Поехали. Отлично выполнена работа по восстановлению контроля над аванпостом обсерватории Плутона. Теперь, когда ясно, что неизвестные организмы враждебны, возникает серьезная озабоченность по поводу безопасности операции человека в Солнечной системе. Что еще хуже, мы только что потеряли связь с военной тюрьмой Объединенной инициативой по защите Земли, расположенной на Нептуне. Спутниковая разведка предполагает, что жителей постигла та же участь, что и ученых на Плутоне. К
Как только вы будете готовы, вас отправят на поверхность для устранения любых угроз, с которыми вы столкнетесь. Давай нафиг обычный возьмем или сложный. Давай сложный. Ух, поехали. Тюрьма Нептуна. Так, наша база здесь стоит, да? Враг. Теперь вы можете обновить турели до 3 уровня. Командир, вам нужно будет построить все обновления исследовательского вами командного центра. Выберите командный центр, чтобы увидеть доступные варианты обновления. Ну, нажал, я не вижу пока никаких обновлений. Так, здесь стена. Они будут, блин, отсюда они тоже пойдут. Но пойдут вот отсюда в данный момент. Значит, сделаем как? Поставим пулемет. И... блин, и отсюда, наверное, будут идти. И поставим, наверное, огнемет. Так, а я могу поставить? Не хватает, да? А, или хватает? Хватает. Может быть, артобстрел, может быть, поставить. Все. Я понял. Запускаем. Пока тишина. Ох, ё-моё, это что там за... А чё, чё не бегут-то? Сотка мне нужна, да? Ну, минимум 85, нифига не тут. А почему эта пушка не целит? Должна же бомбить. Командир, помните, если вы хотите набрать темп, вы можете вызвать волны пораньше. Это не только ускоряет процесс, но и дает вам бонусный кредит и очки опыта. Однако будьте осторожны, ранний вызов волн, вероятно, увеличит количество монстров, с которыми вам придется сражаться одновременно. Лучше всего использовать его стратегически, когда у вас уже есть преимущество на поле боя битвы. Но чё-то мне как-то вот эта турель, ребят, ну... не знаю, такое себе. Вот огнемет. Огнемет, да, это... штука хорошая. Поэтому поставим еще один, наверное, сюда. Это хорошо, что турелька здесь, кстати, тоже бомбит. Это, ребята, нам помогает. Но врагов слишком дохрена. Да, врагов слишком дофига. Сколько? 85 нужно, да? Ну дайте мне монетку-то, ё-моё. Будем жарить их. Угу. Огнемет-то мне надо было дурачку вот здесь вот поставить. Тут бы он бы эффективнее был бы намного. Согласись. Так, крепостная стена готова. Да как бы от нее сейчас мне толку-то никакого нет. От стены, от твоей крепостной. Давай уж по чесноку. Ё-моё, там уж сколько, посмотри. Может быть, артобстрел сделать? О! Ух, как они там полегли. Красиво, красиво. А это еще что за собаки? Слушай, они что-то очень сильно жрут базу мою. Да... вообще конкретно зажирает, прикинь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вторая отсюда пойдет. Так, команда центра со временем будет восстанавливаться очень медленно. Активация способности быстрого ремонта быстро восполнит запас здоровья в течение короткого периода времени. Понял я, что это такое. Ремонтируем базу. Сколько стоит улучшенный огнемет? 130. Дай-ка я хоть посмотрю, как это будет выглядеть. Ё-моё, смотри. Апгрейд. А следующий 160. А он что, не берет их, что ли, огнемет? Ядрить, колотить. Вот оно что, духов огнемет не берет. Их берет только лишь. А что их берет? Их только берет пулемет. Они мне сейчас базу уничтожат, ребята. Это тут я сам виноват. Да ставь ты стену, задержать их хоть маленько. О, быстро они там начинают. Давай, давай, чини, чини, чини. Командный центр. Да ну! Трэш какой-то, ты посмотри. Так, были замечены воздушные цели, находящиеся входящие в район. Все пулеметные турели, кроме пулемета Гатлинга, могут нацеливаться на них. Поэтому убедитесь, что у вас есть какая-то защита для вашего командного центра. Воздушные цели, это... Вот эти вот. Твою дивизию, а? Но турель хотя бы бомбит, хоть на этом спасибо. Сколько? 165. Да у меня нету, блин, на починку не хватит у меня. Чуть-чуть там не хватает, блин, на починку. Успел нажать. Так. Долго-долго прокачивается, блин. А, так у меня еще здесь, я ее и не заметил, блин. Окей. Так. Блин, а что такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да куда ж ты стреляешь-то? Ты же видишь, что... Блин, улучшить получится. 145 надо. Есть, улучшаем. Ага. Блин, там стенка готова. Готова.
149. Подожди. Думаю. Давай попробуем прокачать. Не знаю, что из этого получится. Но база у меня горит. Горит капитально, ребят. Успел починку поставить. Да что ты будешь с этим сами это делать? Я не понимаю, чем. А там-то что такое? Что там? Что они делают? Сломали базу. Ворота эти. 185. Мало, не хватает. Да. А, так он уже по два снаряда выплескивает. Пофиг, вот этим духом, ребята, им просто по барабану вообще. Да. Давай, улучшайся, Ангратак. Ага. Улучшилось, да? Давай еще. Ох, какая турелька. Вот там вот надо вот. Нехватка. Жесткая нехватка. Поднимем пока. Ага, не могу я поднять. Пока не могу. 180 стоит. Надо улучшать, надо, ребята. Надо улучшать обязательно. Ага. Давай. Жарим их. Так, что у нас еще? Вот здесь вот можно, в принципе, что поставить? Я думаю, наверное, вот эту вот. Чтобы собак этих валить, несчастных. Ядрить их сколько там? Так, убито 1000 зомби. Да. Блин. Фиган там бомбашит. Нет, молодец, красиво. Все как надо. Ой-ой-ой-ой-ой, тут их дофига идет. Кто это такие? Почему им по барабану на огонь-то? Не, на харде что-то уж больно как-то люто. Вообще как-то трешняк. Ага, солидно. Надо прокачивать. Фу, миссия выполнена.
Ох, да. Как-то прям... Десять? Замечательно, ребята, у нас 10 чипов. Так, поздравляем с достижением 5 уровня опыта, командир. Ученые у Ерии завершили разработку испытания прототипа тактического дрона. Активируйте его через меню способностей поддержки во время будущих миссий. Так, это что у нас дает? Превосходная броневая защита. А вот тактический дрон. Так, ракеты воздух-поверхность. Слушай, но он у нас есть. А это обновление двигательной установки тактического дрона. То есть 10% время полета. Модернизированная система стрельбы. 6, плюс 6% более широкая область действия, 10% дальность. 15% уровня огня и 10% к дальности. Улучшенная система охлаждения. Плюс 5 уровень огня. Так, что там? Купите обновление калибра. Ну давай возьмем обновление калибра. Еще надо взять, что ли? Такс. Окей. А, тут видишь, тут... Блин, дальность еще. А это что? Плюс 2 ракеты за залп. Выпускает еще 2 ракеты во время заряженного... 2 ракеты еще? Ну это же... Подожди, это у нас обычная турель. Нифига себе, еще 2 ракеты у них есть. Прокачаю, пожалуй. Так. Возьмем это. Заряженная атака пробивает более сильные типы брони. Вот это нужно. Сколько тут? Так, 5% к уровню огня. В общем, акцент делаю, друзья, пока на турели. Что у нас там? Исследовательский центр на Уране. Вскоре после вашего отъезда с Нептуна группа ученых и военнослужащих была отправлена для исследования тюрьмы. Поступили сообщения о слиянии поврежденных человеческих тканей вокруг некоторых частей оборудования. Поскольку было мало времени и ресурсов для исследования, было принято решение об эвакуации и ядерной бомбардировке всего объекта, чтобы флот мог не отставать от врага. Пока вы участвовали в двух предыдущих конфликтах, ученые Объединенной инициативы по исследованию Земли пытались... глубже понять захватчиков и их происхождение. Все доступные спутники и зонды во время... Все доступные спутники и зонды со средствами сбора данных в настоящее время указывают на то, что теперь идентифицировано как массивное органическое транспортное средство, вращающееся вокруг Солнца на краю Солнечной системы. Это средство передвижения, или как его называют в научном центре, авианосец, и испускает волны более мелких органических объектов, которые действуют как снаряды, содержащие силы, с которыми вы столкнулись ранее. Все эти объекты сейчас отслеживаются, и следующий объект должен поразить базу на Уране через несколько часов. Приказ для вас: исследовать и уничтожить все вражеские силы, как только мы прибудем на базу. Ну что, обычно, наверное, ребята, запустим пока режим. Так, башни теперь можно обновлять до экспериментального уровня. У каждой башни есть 2 экспериментальных варианта. Некоторые нельзя изменить после постройки, поэтому выбирайте внимательно. Так, сюда турель. По любасику просто. Сюда огнемет. Здесь, наверное, я поставим вот так вот. С двух сторон, что ли, сразу побегут, блин. A new turret is operational.
Ну давай, поехали. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сотка нужна. А, я тут забыл турель поставить. Ау. Твою дивизию с, блин, со своей соткой. Конечно, они там огнем дышат. Тыдыщ, снарядом их там. Да, крупнокалиберный пулемет, пускай строчит. Так, а сюда что поставим-то? Потом, пока не знаю. Что это за бегуны такие? Такие зомби. Да вообще как будто как эти, как космонавты идут. Блин, ненавижу вот этих вот духи, или как их там назвать, я даже не знаю. Ничего не хватает, сотка нужна. А, тактический дрон. Так, дрон является отличным юнитом поддержки, который обеспечивает как защитные, так и наступательные способности в течение ограниченного времени, пока не закончится его топливо. Стреляйте ракетами как можно быстрее, пока не истечет таймер. Перемещайте свой дрон между дружественными турелями, чтобы обеспечить им бонус к урону. Если ситуация становится беспокойной, разверните щит на турели или в командном центре, чтобы обеспечить временную неуязвимость. А, ну это руководство. Это руководство. А дрон-то где? Ну ничего себе. Слушай, дрон это прям имба. Я тебе скажу. Это прям имбовое имбище. Так что есть смысл нам прокачивать дрон. А где у меня? У меня здесь нет, что ли, этих дверей? Нету. Это плохо. Это не есть гуд. Так, турелечка появилась. Тэнс, на. Какая она медленная, а. Ну, бьет зато очень хорошо. Давай здесь бомбанем. Так, здесь пока справляемся, все отлично. Улучшим турельку. А как базу улучшать? Непонятно. Непонятно, как базу улучшать. Ладно. Она просто испепеляет противников. 145.
Но это опять же легкий режим, а на харде я не знаю, что мы тут делали. Угу. Турель нам тоже, да, нельзя улучшить, получается. Видишь, турели прокачаны, поэтому они бомбят далеко. Так, бомбить будем сегодня? Угу. Так, дрон. Ты где там? Как его там активировать-то? Да нет, не то. А, вот-вот. Давай. Этих здоровячков всех. А здоровячка-то будешь бомбить? Нет. Улучшаем пулемет. Улучшаем пулемет. Так, ты улучшился? Улучшился. Гаубицу надо тоже, наверное, улучшить. 160. Воу, ну мы можем тут хоть заулучшаться сейчас. Ага. Оу. Эми-артиллерия, очень медленная. Фига себе, 2000. Фига там урон. Я хочу просто посмотреть, что это будет. От 2000 до 4600. Ага. Сейчас посмотрим, что тут у нас выйдет. Так. Похоже, одна из ваших башен заряжает особую атаку. Каждый экспериментальный турель обладает уникальной способностью. Прогресс зарядки можно увидеть на платформе башни. Когда она будет полностью заряжена, она загорится зеленым, сообщая вам, что она готова к развертыванию. И я могу... Бомбануть, что ли, вот так вот? Или что? А, нет. Нифига она там кислоту расплевывает. И эта кислота еще наносит урон. Вау, это круто. Это прям хорошо. Видишь? Смотри, новые какие-то чуваки с щупальцами появились. Когда он зарядит особую атаку, можно будет потом проверить, я так понимаю. Так, стоп. Шикарно. Ух ты, а тут тоже, смотри, рельсовая турель. Объем захватывает не кислый. Надо будет посмотреть, что за рельсовая турель. Ну вот это мне нравится штука. Классно бомбит. Так, рельсовая турель. 380. Стоит, конечно, дорого, да?
Но я думаю, она того стоит. Глянем сейчас. Вот такая штука у нас. Фига она там прошивает. Но очень медленная. Так, она же должна гореть зеленым, да? Я не помню, она зарядилась или нет? Как мне использовать-то вот это вот? Как-то использовал сам непонятно как. То, что они проходят через эту кислоту и помирают, это вообще круто, конечно. Это прям вообще наикрутейшинство. Фига у нас турели, смотри. Ага, пулемет Гатлинга и ракетные блоки. Понял, можно тут еще ставить дополнительные. Сейчас посмотрим. Фига он там шпарит. Так, базу, наверное, надо починить. Просто смотри, чу-чу-чу-чу-чу. Строчит Гатлинг. Фига там луч. Вообще шикардос. Интересно, что делает огнемет, если его прокачать? Ну, Гатлинг там наяривает, конечно. Будь здоров, блин. Так, а здесь... Вот так вот сделаем. А он, наверное, чисто... Ага. То есть он и так действует, да, как пулемет. И если вдруг враг полетит, он начинает еще и ракеты бомбить, я так понимаю. Видишь? Потому что он встает. Ну вот этот кислотный, это, конечно, что-то с чем-то вообще круто. Просто заплевываем их кислотой и все. Давай, давай, ребятушки мои, не даем спуска, блин. Сейчас еще последняя волна пойдет. А что это такое? Что это? Что это за... Оу! Мыслитель! Ёпрасоте! Это... Чё еще за тварь идет? Командир, эти враги хорошо бронированы. Для их уничтожения потребуется серьезная огневая мощь. Не забудьте построить и обновить плазменные турели. Переключение искусственного интеллекта прицеливания плазменных турелей. Так, на более сильные типы враги значительно повысит их эффективность. Плазменные турели. По-моему, так, да?
Сколько у него там хп? Так. Надеюсь, я все правильно делаю. Да-да-да. Какой-то прям целый ходячая платформа. Так, может быть, нам турель позвать? Ага, ага. Есть. В мясо мы эту труху. Замечательно. Я и забыл, что в этих играх боссы-то есть. Сижу там, прохлаждаюсь. Есть смысл, ребята, да? Обновлять. Конечно, есть. 10% время. А, еще ракеты. Вот так вот. Так, ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!